Я по письменники пошел, нехай меня научить. Классик писал, зрозумела, не зусім так, але увогуле такая думка заявляется достатково распространенной. Правда, сами письменники кажуть, что научить можно только у одним выпадку, коли есть талент. Гомельское областное отделение Союза письменников Беларуси было створено в 2005-м. Тады тут было 12 литераторов, сегодня уже 54. Шмат это для региона тене, пытание в певной ступени риторичное. Иншая справа, что жадающих атрымать билет творчего союза сапраўды значно больше, але ажыццявіць гэтае жаданне зусім непроста. У Савете гомельскага отделения кажуць, что некоторые творы звычайны прагіят. При наявности сродков выдать книгу зараз не проблема, а вось здольности самостойно написать нечто оригинальное есть не во всех. Сустракаются довольно творы, где отчувается вельми низкая филологичная культура. Что дотычыць поэзии, то ну, некое графоманство, ось, мало вобразной мовы, метафоричной такой мовы, без чего поэзии увогуле не может быть. Ось. Поэтому мы вельми строго в этом плане працуем. Писать нечто сапраўды серьезное. Прозаики поэтесса Наталья Шемет начала году 7 тому. Это, каже, стан души. Коли не писать, отчуваешь себе вельми неутульно. Сегодня на ее рахунку 4 книги, и верогодно, что эта библиотека будет повеличиваться до Дня белорусского письменства, який у версни будет означаться у Рогачеве. В областном отделении Белорусского союза письменников распрацовали специальный план подрыхтовчих мероприемств. Основная увага – выданию новых книг, починаючи от сборника «Послядовники Макаёнка» до серии «Литераторы Гомельщины». Они будут невеличкими, невеликим помером, по 40-50 сторонок. Это как бы своеобразные визитовки, которые можно покласть у кишеню, взять с собой у тягник и поехать, и прочитать одночасово, и познакомиться, открыть для себя нового автора. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».